Каждый день мы узнаем о каких-то происшествиях, будь то это самолет, крушение вертолета, аварии, и в том числе, конечно же, это метро. В принципе, ну что здесь говорить, это цикличный процесс, и рано или поздно какие-то такие катастрофы, а это была действительно катастрофа, они случаются. И здесь да, конечно же, человеческий фактор всегда виной всему. Будут наказаны вот эти два механика, стрелочника, но аварии этим не сократить. Пока будут работать такие вот безалаберные люди, ничего в этом мире не поменяется. Пока нетрезвые водители будут садиться за руль, будут происходить автокатастрофы. Пока будет разрешено летать частным самолетом, вертолетом с неквалифицированными пилотами, будут происходить эти же самые катастрофы. И невозможно проконтролировать всех людей, а их работают миллионы в транспортной области. Невозможно никак защитить наших граждан. Здесь именно просто вот этим 22 пассажирам не повезло.